«Заплати за воду и пей спокойно». С такими плакатами вышли на улицы Самары сотрудники самарских коммунальных систем. И не просто вышли, а выехали мотопробегом с настоящими байкерами, которые всегда исправно оплачивают квитанции. Даже если сколько-то человек увидит, уже хорошо. То есть это же начинание только, поэтому и поучаствовали, решили, чтобы поддержать хорошее начинание. Дай бог, чтобы все платили, чтобы все это было ровно. Самарцы задолжали за водоснабжение и водоотведение больше 1 000 000 000 рублей. А чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, сотрудники СКС трудятся круглосуточно. Чтобы достучаться до должников, в самарских коммунальных системах изобретают все новые меры воздействия на них. За этой водой, которая льется из крана, стоит тяжелый труд людей, круглосуточный. В любую погоду люди стоят на страже того, чтобы в наши дома поступала вода. Вот сегодня мы хотим, чтобы люди еще раз задумались над тем, что надо за это платить, и тогда будет меньше проблем с тарифами. Во время остановок сотрудницы СКС раздавали сувениры и отвечали на вопросы жителей, которые фотографировались и живо общались с организаторами акции. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.